Получить новую профессию абсолютно бесплатно – такую возможность предоставляют саровчанам благодаря господдержке с 2021 года. Программа содействия занятости национального проекта «Демография» включает два вида обучения – основное и дополнительное профессиональное образование. В этом году перечень категорий участников проекта значительно расширился. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста – граждане, осуществляющие уход за ребенком, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 7 лет включительно, граждане, обратившиеся в центр занятости в целях поиска работы, безработные граждане, которые зарегистрированы в центре занятости, ветераны боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции и граждане в возрасте до 35 лет. Последние есть подкатегории, уточнить которые можно в центре занятости. Чтобы подать заявку на обучение, необходимо зайти на единую цифровую платформу «Работа в России», залогиниться в личном кабинете с помощью учетной записи от госуслуг и перейти в раздел «Мое обучение». Если человек живет и зарегистрирован на территории Нижегородской области, то обучение он выбирает только на территории Нижегородской области. Период обучения также гражданин сам самостоятельно выбирает при подаче заявления. Сейчас в нашем регионе доступно 67 программ. Обучение проходит точно в образовательных организациях, либо дистанционно, если это предусмотрено конкретной программой. Принять участие в проекте можно только один раз. Если учащегося отчислят за неуспеваемость или непосещение занятий, он теряет возможность повторно подать заявление. По всем вопросам обучения можно обращаться по телефону горячей линии 9-84-60 или 9-84-51. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.